Вот и подоспел еще один бонус для моего MacBook. Первый успешно поработал и поехал к другому хозяину. Упаковочка, как вы можете видеть, ну так. Один конверт, если не дай бог кто-то что-то сядет сверху. Продавец положил флешечку в подарок, потому что отправил спустя 20 дней с момента заказа. Поэтому гифт-карт, флешечка на 8 гигов и 128 гигов SSD. ThinkSpec уже проверенные. Брал, уже беру третий раз. Шикарные диски, работают очень быстро, качественно. Ну, проверять буду попозже. Вот, вот такая вот красота пришла. Значит, процесс разборки абсолютно несложный. Нам главное отстегнуть батарею. Любой монеткой поворачивайте замочек в открытое положение. Батарея щелкивается. Вот. И далее наша с вами задача открутить вот эти вот отмеченные саморезы. Практически через один. Вот они. Те, над которыми видна галочка. Вот. Также нам понадобится открутить вот эти три самореза. Вот три. И вытащить эту планочку. Также нам необходимо открутить вот эти два самореза. То есть далее нужно будет открутить все саморезы, которые держат по бокам. Раз, два, три, четыре. И вот три вот этих самореза. Продолжим. Итак, раскрутили. Теперь наша задача аккуратно вытащить вот этот DVD. И вместо него поставить вот этот OptiBay с нашим новым жестким диском. Наша задача аккуратно отсоединить вот этот шлейф, высвободить вот этот замечательный супер DVD, а держится он двумя болтиками сбоку. Вот здесь они вкручиваются. Секунду. Значит, вот здесь и вот здесь они вкручиваются. Вот это нам понадобится, открутить этот болт и для того, чтобы освободить шлейфа и выкрутить вот этот вот болт. Также нам нужно будет освободить это у нас что-то Bluetooth, да? Он стоит вот здесь вот в пасеке. И его надо аккуратно отстегнуть перед тем, как поднимать. Поднимайте с этого края, чтобы ничего не отломать. Теперь будем ставить. Переставим вот этот шлейф на новый кейс и попробуем вставить его обратно. Ну вот, собственно, вот так вот у нас все получилось. Аккуратненько. Сейчас мы прикрутим. Закрепим основным. Я вытащу Bluetooth. Я его пока только примеряю. Вот, вернем на место все болты, поставим шлейф и будем собирать. Друзья, так как видео давнее, я уже не смогу вам показать тесты свои, но, в принципе, для этого мы зайдем сейчас на страницу, вот вы видите, с отзывами о конкретном этом товаре. И вы можете посмотреть, какие отзывы и какие тесты скорости выкладывают покупатели, которые уже приобрели данный товар у данного продавца. Я у этого продавца покупал уже 3 SSD, все ведут себя положительно уже в течение там 2-3 лет, и никаких проблем нету. Видео давнешнее, поэтому выкладываю, вдруг кому-то будет интересно и кому-то пригодится. Вот вы можете обратить внимание, что тесты в принципе очень-очень даже для... Конечно же, никто не говорит, что SSD-шка может быть... данная SSD-шка может быть наравне там с какими-то Samsung'ами супер навороченными. Но она, соответственно, и стоит, как вы понимаете.
Вот. У данного продавца есть целый набор всевозможных, практически до 2 терабайт SSD диски. Поэтому я думаю, что на любой вкус и цвет, как говорится, под любую технику, которую вы только сможете, и для NASA, и для ноутбуков, и просто для хранилищ. Поэтому надеюсь, что видео было вам полезно. Друзья, не забудьте поделиться видео, поставить лайк, подписаться на канал. Ну и всего вам хорошего. Пока.